доброе утро с балкона, где расцвела липа. Это такой аромат, вы не представляете. Плюс ко всему, если зимой я беспокоилась о том, что у меня нет солнца вообще, оно никак на меня не попадает, то теперь оно попадает рано утром и поздно вечером на балкон. И это лучший сценарий, лучший вариант для лета, когда оно не попадает прямо в комнату и не жарит ее. На балкон ты можешь выйти и насладиться им. Вот, поэтому по утрам, перед тем, как попить кофе и, в принципе, делать дела, я выхожу на балкон, нюхаю эту липу и любуюсь насекомыми. Это так чудесно. Тут даже еще не зацвели бутончики, потому что она всегда в тени находится. Сегодня бабочек гораздо меньше, вот, поэтому пойдемте приготовим кофе. Благодарность моему другу Ване, который решил уехать из Грузии на время и оставить мне воронку на передержку. Ах, какой он чудесный, господи. В Турке так кофе вообще не получается приготовить. Вообще не получается. Это прямо полноценный фильтр, который я пью в кофейнях. Итак, сегодняшний день. Ага. Сегодня вечером будет прощальная тусовочка моего друга Вани, который как раз дал мне воронку. И я хочу перед этим нарисовать ему какую-нибудь открытку, что-нибудь сделать своими руками на прощание. На до свидания. На до свидания. Вообще, у меня с подарками всегда было сложно. Типа, открытки рисовать мне легко, я люблю это делать. Но покупать подарки сами... Дело в том, что мне не хватает внимательности, чтобы запомнить то, что человек хочет. А с учетом того, что 60% моих друзей сейчас находятся в разных странах, все это осложняется не только моей внимательностью, но и буквально физическим расстоянием. Поэтому в последнее время дарится что-то вроде онлайн-подарков, там курсы всякие, подарочные карты. Но как же мне важна эта сакральность дарения физического подарка? Как я скучаю по этому? Как мне это важно. И я знаю, что это важно не только вручателю, но и получателю. А вот здесь вот очень выручает маркетплейс локальных брендов Flowwow, в котором вы можете заказать цветы, подарки, живые растения, косметику, десерты своим близким и друзьям с быстрой доставкой в 1000 городов из 30 стран. Окей, я сейчас очень хочу развить свой язык любви, отвечающий за подарки, поэтому я стараюсь дарить подарки вне поводов. Мы с Полиной, которая моя сестра, она сейчас в Москве, и мы не виделись полгода. Эти редкие видеосозвоны явно не говорят достаточно о всех тех чувствах, что во мне как бы хранятся. Поэтому открываем Flowwow и выбираем тот подарок, который сможет сказать за нас все то, что так сложно выразить на этих пиксельных видеосозвонах. Окей, будете ли вы дома через часик? Будете ли вы дома через часик? Что особенно круто? Перед тем, как отправить заказ, магазин присылает фотографию на согласование товара. Поэтому даже на расстоянии у вас все под контролем. Доставка же от 15 минут, что дает зеленый свет всяким спонтанным проявлениям любви. Та-дам! Миленький! С бантиком. Вот. Да, 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 красота невероятная. Тебе тоже нравится? Календарь событий напомнит о важных датах, а постоянные бонусы акции могут помочь оплатить до 100% стоимости подарка. По моему промокоду ХЛУС у вас есть скидка в целых 10% до самого конца лета. Ведь так приятно всегда хоть немножко сэкономить на подарке. Хоть я также пытаюсь искоренить свою эту бережливую скупость, честное слово, это сложно. Так что делай скидку, чтобы не потерять, или спустись в описание видео, чтобы узнать все подробности и перейти на Marketplace. С видео, где я пытаюсь взять в свои руки свою же жизнь, прошло какое-то время, и я уже чувствую себя гораздо лучше, я уже держу крепче свою жизнь в своих руках, и это приятно. Недавно у меня была операция гинекологического характера. Я пока не буду вдаваться в подробности, но все, что вам нужно знать, это то, что
я не могу сидеть ровно. То, чтобы я когда-то это умела делать или хотела делать. Тем не менее, все, что я делаю сейчас, это либо стою, либо лежу, либо сижу полулежа. Моя спина не в восторге. Тем не менее, я нашла пару новых методов, которые вам покажу позже, как я теперь работаю. В чем еще прелесть вставать от экрана? Солнце. К вечеру в Тбилиси дикие грозы, уже который день. Все мы немножко Петербург иногда. Добро пожаловать за мою рабочую стойку. Мои руки надо было не мыть. Черные полки. А, куча грузинок собралось, такие, бля, давай, вот как вам помочь? Типа, да, очень сильно помогали. Да. Там была одна грузинка, она такая, типа, дай телефон, я сама с ним по-грузински сейчас поговорю. Они просто вас воспринимают, мы поговорим нормально с ними. Нормально, просто в клетке, если будет здесь, все будет. В клетке спокойно. Мой котят, типа, носила. И убежал. Мотивация стоит рано, короче, чтобы застать солнце. Да. Вот, короче, вот сюда нога не вставала. Офигеть. Ты моя героиня просто. Супервумен. Мы идем коворкить. Что ты сказала про дубь? Они здесь учатся, а мы в фильме «Аватар». Ну, я же тебе уже рассказывала про эту школу, что тут школа, а тут храм. И они смотрят в окошке, злятся на учительницу, потом смотрят на храм и такие... Как-то ближе надо, наверное. Наверное, я стояла. Ага. Фотографируемся на фоне. Буду из них суперовсянку есть. А я как раз говорила, что у меня лишь одна плошка, и мне нужна еще плошка. Это еще будет хорошее вино. Как
Доброе утро. Ночью была странная вещь. Я просыпаюсь. Уже светлело, поэтому это, наверное, было типа 4 утра. От звука на кухне. От звука на кухне, знаете, такого, как будто у тебя есть хлеб в пакете, и ты делаешь вот так вот, и он скачет в этом пакете. Штука в том, что свет не горел на кухне, то есть там не было моих соседок. А вчера в баре ребята рассказывали всякие мистические истории, в том числе домовых. Угадайте, кто лежал в оцепенении минут 15 ночью и потом просто надел беруши и заснул обратно и не стал проверять, что там происходит. Сейчас я думаю об этом, и я, в принципе, думала об этом ночью. Возможно, это просто кошка пришла и съела мою хачапури, которая стояла себе на завтрак. Но вы не были тогда в 4 утра на моем месте. Вам тоже было бы страшно. Предлагаю вместе проверить, что же... Какой ущерб? Еп. Если это и домовой, то, мне кажется, его нужно увольнять, потому что делает он свою работу плохо. А мораль истории такова. Если вы боитесь чего-то, лучше не бойтесь, потому что тогда вам нечего будет есть на завтрак. Мои яичницы. Я думаю, мы успеем сделать маленький анбоксинг. Анбоксинг того, что мне еще Ваня оставил на передержку, за что его очень благодарна, потому что бесплатная посуда. Лот номер один. Такая чудесная чашка. Это все он сам слепил, если что. Такая милейшая просто чашечка. Прелестнейший боул. Сердечко внутри. Любуемся. Такая штука. Тарелка. Он называл ее придурочной тарелкой, что ли? Что-то такое. Короче, очень миленькая тарелочка. Мне очень в лампу по новую посуду, поэтому вот это все, оно очень кстати. Только не Ваня отъезд. Он очень кстати, это очень грустно. Я еще потом поговорю в будущем. Немножко в отъезде людей из твоей жизни, об уходе людей из твоей жизни. На удивление, я воспринимаю сейчас это так нормально, потому что я наблюдаю какую-то цикличность в этом всем, потому что приезжают одни люди, уезжают другие люди, приезжают одни люди. Мне кажется, раньше у меня мог быть страх остаться одной, что меня все покинут, и я останусь одна. Даже если представить такое событие, мне не страшно, мне не тревожно, потому что как будто я научилась быть с собой в одиночестве настолько комфортно, что totally okay. Притом я, правда, вот вижу вот этот... сейчас. Круговорот друзей в твоей жизни. Мне кажется, если я постараюсь посмотреть свою жизнь прошлую, то я тоже замечу какую-то такую закономерность, что как только кто-то уходит из твоей жизни, появляется... при этом кто-то. Ваня уехал. Это не означает, что наша дружба закончилась навсегда. Это важно помнить. Важно помнить, что когда люди физически больше не рядом с тобой, в твоем сердце все еще есть. Чувства к этим людям, эмоции, дружба, любовь и все на свете. И это очень круто. И важно об этом помнить. Еще важно помнить о том, что у меня есть работа, которую нужно делать. Мне нужно написать пару текстов, согласовать пару текстов, смонтировать пару штук. И на все про все у меня есть часа 2,5. 3, наверное. Я хочу много денег, но я не хочу работать. Я прошу очень мало, мне кажется.
В наушниках играет это, да? Торопимся на встречу с Поппи. Она скоро уезжает на неделю. И надо успеть обниматься на неделю вперед. Я вообще не завтракала. You need to go to England. Toss it.